Вашингтон. Президент Рейган объявил, что он снова посылает на Ближний Восток своего эмиссара Филиппа Хабиба. Бейрут. Ливанские патриоты провели вчера самую крупную операцию под кодом... Миссия Хабиба, как указывают в местных информационных кругах, состоит прежде всего в том, что добиваться выполнения американо-израильского плана в отношении Ливана, который предусматривает длительное пребывание там американской морской пехоты под видом многонациональных сил, а также передачу под полный контроль Израиля. Y él está dulce como caramelo.